Здравствуйте, дорогие студенты и преподаватели Тюменского института культуры. В 2021 году научная библиотека вместе со всеми отмечает крупную юбилейную дату – 550 лет со дня рождения выдающегося немецкого художника, гравюра и теоретика Альбрехта Дюрера. Сектор литературы по дизайну открыл новую выставку, посвященную гениальному мастеру. Дюрер был центральной фигурой немецкого возрождения, многогранной личностью, которую в своем универсализме можно сравнить с итальянским художником-ученым Леонардо да Винчи. Теоретические труды Дюрера, его трактаты по изучению пропорций человеческого тела и принципа золотого сечения, интерес к математике и геометрии, фортификации, книжному делу, гравюре и рисунку востребованы и в современном мире. На выставке представлены интересные в первую очередь для дизайнеров и художников учебные издания о разработке Дюрером теории пропорций и создании им изящного и простого шрифта. Особую ценность имеет книга, где собраны фрагменты его известных трактатов. 4 книги о пропорциях, руководство к измерению, наброски книги о живописи. Также на выставке можно увидеть несколько монографий и альбомов о Дюрере, включающие его биографию, живописные произведения, гравюры и рисунки. Дюрер прежде всего известен как выдающийся мастер гравюры. Он внес в это искусство много новаторских приемов и стал первым немецким художником, кто работал одновременно в обоих видах гравюры – на дереве и на меди. Наиболее известны его 15 гравюр на дереве «Апокалипсис», которые были созданы мастером как иллюстрации к Откровению Иоанна Богослова, а также его самые знаменитые и самые загадочные резцовые гравюры, названные мастерскими – «Меланхолия», «Святой Иероним в келье» и «Рыцарь, смерть и дьявол». Об этих шедеврах, а также о самой эпохе немецкого возрождения и современниках Дюрера можно найти в представленных на выставке книгах все самое интересное и примечательное. Даже спустя несколько столетий многогранное и новаторское творчество Дюрера остается востребовано и сохраняет в себе еще множество нераскрытых тайн. Приглашаем всех вас окунуться в загадочный мир Дюрера.